Вопрос снижения налоговой ставки на гаражные кооперативы рассмотрят в законодательном собрании Севастополя после получения финансово-экономического обоснования. Председатель постоянной комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов сообщил журналистам, что парламентарии уже запрашивали эту информацию в правительстве, но получили отказ. Теперь добывать документ депутаты будут с помощью прокуратуры. Гаражные кооперативы справедливо отмечают на то, что есть не только неточности и ошибки, но даже элементы социальной несправедливости в том, как реализуется на данный момент налогообложение гаражных кооперативов. Мы понимаем обоснованность их обращение. Более того, это обращение поддержано прокуратурой по изменению налоговой ставки. Нам необходима информация, которую мы опять же запросили у правительства для того, чтобы сделать корректное финансово-экономическое обоснование. Потому что законы, связанные с изменением налогообложения, без финансово-экономического обоснования рассматриваться не могут. А у нас необходимой для этого информации в полном объеме нет. Вячеслав Аксенов также уточнил, что вопрос снижения налога на гаражи касается всех владельцев кооперативов. На сегодняшний момент ставка у них 1,2%. От кадастровой стоимости. Они предлагают снизить ставку хотя бы до 0,3%, то есть в 4 раза. Это вопрос очень сложный, но при наличии должного финансово-экономического обоснования этот вопрос может обсуждаться с Минфином. Поэтому сначала надо получить финансово-экономическое обоснование, а потом уже определимся, насколько реально мы можем себе позволить уменьшить эту ставку.